Доминик! 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 Что это за курица? Привет! Слушай, у меня тут тебе такое дело профессиональной важности. Ну? Интересно? Ну, давай. Мы тут с Лупо решили снять фильм. Фильм? Фильм, да. Ладно, не фильм, но сделать такой мини-спектакль. И вот. И, ну, поскольку у нас весь дом музыкантов, мы вот хотели бы сделать так, чтобы в нашем фильме-спектакле звучала живая музыка. Все ясно. Да, наш спектакль будет о путешествиях, о море. Это как раз вот это вдохновение от Лупо с его морем. Так вот. Мы уже все придумали, уже практически все получилось гениально, но возник один вопросик. Угу. Мы не знаем, как звучит море. Представляешь? Ну, не смогли мы найти этого звука. Поэтому мы решили позвонить нашим знакомым. Угу. Нашим знакомым профессиональным музыкантам. Угу. Это Мария и Андрей Таркуновы. У них есть своя музыкальная группа, называется «Северга». И задали им вот эти, этот вот вопросик. Давай посмотрим, что они нам ответили. А на питание то какие? Ну как звучит море, я же уже сказала. Ну так, я как жми можно. Как звучит море? Алло, привет! 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 Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня мы созваниваемся с фантастически талантливыми ребятами. Волк, тебе стоит с ними познакомиться. Вообще наш проект, музыкальный дуэт, называется «Северга». А музыкальный проект, в котором мы преподаем музыку мамам, называется Music Moms. Ну, соответственно, у нас с Андреем это ключевые направления, у нас как у персонажей в жизни. Андрей больше всего занимается музыкой, он сочиняет музыку, пишет музыку для фильмов, спектаклей и занимается, в принципе, концертным направлением в нашей жизни. А я больше занимаюсь преподавательским направлением. Тем не менее, мы задействованы оба в каждом из проектов, просто руководит им здесь кто-то один. Наша задача заключается в том, что нам нужно понять, как звучит море. У нас спектакль-то про море. Понять не можем, как оно звучит. Но там, может быть, вы нам подскажете? Ой, по-разному море звучит. В зависимости. Да, у моря очень разный звук в зависимости от того, какое у вас море, какая у вас погода, какое у вас настроение. То вы обычно и слышите. Когда я слышу, как ручейки сбегают в море, то, наверное, это можно изобразить при помощи калимбы. Ой! Вау! Какой волшебный звук! Море, наверное, на пианино. Рояль очень звонкий, а пианино, оно такое глубокое. Наверное, у него такой звук какой-то вот такой. Мы пишем музыку про море, но она на концерте выложена. Она есть только в марафоне используется. Вот, как я об этом и говорю, все на марафон. А как марафон называется? Морской музыкальный марафон он называется. Вот, морской музыкальный. Пойдем, Волк? Пойдем на марафон? А вы нас возьмете? Возьмите нас. Возьмем. Возьмем?
Ну, отлично. Тогда мы пойдем готовиться к вашему музыкальному марафону. Спасибо вам огромное, ребята. Мы вам очень-очень благодарны. Сразу вот мысль пошла по спектаклю. Гениальная мысль пошла. Вот. Так что спасибо огромное. Пока. Спасибо, ребята. Спасибо. Ну. Вот. Ребята нам рассказали, как по их мнению звучит море. Мы тоже очень сильно вдохновились их музыкой и подумали, что, может быть, еще ты нам расскажешь, как может звучать море. Но Андрей поведел очень правильно. Может быть, альбо мало, альбо дуже. Але я бы на это питание ответил трошечки иначе. Может быть разнородным. Ну, это понятно. Ну, каким? Яким? Пик. Осторожно, пальчик сломаешь. Может быть таким, как твоя сукенка. Бардо разнородным. Бо przecież, например, что может? Во-первых, может шуми, так? Шум. Что мы тут имеем под рукой? Бебен. Барабан. Даф. Зона може. Слушай, похоже. Спокойно, так? Так, такий, наприклад, може бути може. Ой, здорово. Як ще? Ще можемо, наприклад, взяти трохи води. Ага. І не, чи там не свої? No tak, jeśli z góry lać, to pewnie to będzie strumyk, tak? No to jakiś ruczyjok, наверное, który mały spadaje, spadaje, tak ale jeśli... spadaje w morze. O, a tak pochodzi na szum przyboja, na tak. Kamyczki. Aha. A jeśli chodzi o kamnie, może być na przykład taki dźwięk. Ach. Nie, jak kamyczki, które fale morskie sprowadzają po kamyczkach, nie? Jak jest piaszczysty, nie piaszczysty, a kamienisty brzeg morza. Prawda? O, da, prawda, bo się pochodzi. Tak, szum jeszcze można, o, tak stworzyć. Ale to nie wiem, czy to będzie słychać. Такой своеобразный шум, я тебе скажу. Но похоже. Подобное. А еще... Еще что? А, еще можем сделать что-то такое. Ой. Что тебе это напоминает? Ой. Это... Так это же дельфины. Это дельфины. Это они так кричат. Но, правда, очень быть. Похоже на дельфина. Так, еще могу быть так. Ух ты! Это ты сам так придумал? Ты молодец вообще. Ну, разговариваем за собой, нет, дельфин? Ух ты! Альбо, например... Что мы тут еще имеем? А, если может, то перлы. А если перлы, то что? Знаю. Мушельки. Ух ты, интересно, да как? Так? Как еще можно прям, прям уже мысль пошла. Да. Это какой-то дзвен? Ну, это что-то такое больше на ветер похоже. Ну, хотя во время шторма возможно. Ой! Ой!
Ох, жмоты, не? Ой, слушай, сейчас слушай, Доминик, пока ты меня тут не начал пугать, я, наверное, пойду репетировать, а то аж, аж сердце в пятки ушло. Ну, а с музыкой еще увидимся, да? Да, да, да. Nic się nie martwcie, wszystko wymyślimy, a wy, drodzy widzowie, czekajcie, wkrótce was czeka mały spektakl. Да, и спасибо большое тебе, Доминик, и нашим знакомым Маше и Андрею. До встречи!